Ну что ж, начнем наш первый влог. Я сейчас нахожусь в малом хоровом классе Казанского национально-академического театра оперы и балета имени Абая. Я здесь работаю хормейстером. Меня зовут Алмагуль. Переводи. Яблочный цветок. Сейчас открою, покажу наш большой хоровой. Как он выглядит. Вот он наш хоровой класс. Здесь у нас сегодня занимались мужчины. Соблюдая дистанцию. Везде так у нас два рояля. Вот здесь у нас сидят женщины. Мы сегодня занимались малым. Аккуратно будет, да? Еще раз, Барбесберге. Слушайте друг друга. Доброе утро. Пришла на работу. Открыла кабинеты. Хоровой класс. Теперь нам надо включить кварц, чтобы немножко обеззаражить наше рабочее пространство. Вот она. Кто-то уже занимается. Потому что у нас сегодня сдача партии с девочками. А основной состав придет сегодня в 10:30, потому что у нас оркестровая репетиция в 11 часов. В 10:30 у нас ожидается распевка. Тоже сниму вам рабочие процессы, потому что сегодня также с нами будет репетировать балет. Война! Закончили. Закончилась репетиция. Наши артисты сидят. Наши артисты, костюмеры. Вот такая вот у нас сцена сегодня, где ничего не видно. Там тоже сидят наши артисты. Влоги снимают.
снимать. Насчет чего? Насчет работы в театре, как мы работаем в театре. Ничего не видно. Какой у нас сегодня спектакль? Сегодня спектакль на Вайде. Давай сюда. Я тут решила театральные блоги снимать. О, вот здесь, вот здесь. Слышишь? Да. Сегодня на артистах театра. Это у нас Сертан. Да. Исполняет роль Сертана. У нас Таймир. Да. Бас. Мне на самом деле по роли больше 60 лет не прошло. Сейчас мы его заснимем, как он будет петь. Суровый би. Что-то фокус плохо работает. Браво, маэстро! Ярболат Ахмедьяров. Закончили спектакль.